I'm Alexander Leonin. I'm artist. I'm painter in Russia. I'm zero friends. I have zero friends in real life in my city. I have zero girlfriend in real in my city and in Russia, and I don't have real friends in the Russia. Real friends. My city 100 peoples. 100. My city is normal. Have normal many people and there are Krasnoyarsk more 1 million people, and I have no zero friends, no girls, no. I know love in my city every time in my life. I'm no love, no girl, no conversation. I make many changes conversation with other people, and they not conversation with me, and they don't stay my friends, don't stay my girl friends, no, in the internet of in the real time, I make many changes, no friends, no girls, no love, no conversation, I'm alone, I'm painter, I'm artist, Alexander Leonin. Vk.com outsider art. I'm so alone. I go in the story buy the bread from my mother. I driving very many arts, very many paintings, and drawing street art and home on the paper, on the sandpaper, on the asphalt, on the walls in the street, but I don't make graffiti, I don't love graffiti. I will dead alone. With no, I will dead alone. Because no Russian. I'm Russian, but no Russian love me. I live in the city where only Russian people. I live in my room, I live in my home, in my flat. I live in my one flat, but this is no change situation. Many people drink alcohol and smoke cigarettes, simple cigarettes, aggressive, maybe aggressive. I drop antidepressants fluoxetine for the recept. They happy, I know happy. Здравствуйте. А вы здесь сидите все время. Да лучше в коронавирус не здороваться. Ой, блядь, что это хуйня боитесь? А да у моего отца брат умирает от коронавируса. А вообще, как вы поживаете? Вы собираетесь? Да, если пить, то ничего не берет. Я пробовал, кстати, тоже. А сколько вы обычно пьете? Ну, извините за вопрос. Каждый день? А жена тоже пьет? Ну ладно, если что. Ну ладно, если что, вы здесь бываете. Приходил покупать. Спрашивал, что без маски? А куда она к спирту приедет? Ну ладно, тогда завтра или когда будете здесь сидеть в это время, да? Класс. Удачи. А зачем он сфотографировался с вами? Типа поугарать, что ли? Я считаю вас, что я не угораю над вами. По идее, он мог бы со мной сфотографироваться, что у меня борода тоже. Интересно, кстати, а если мне сделать такой пранк? Нарядиться в бомжа и при этом рисовать мелками? Да, короче, это дебил какой-то, по-моему, сфотографировался. С бомжом сфотографировался, типа, круто. Типа, это позор вообще. Сейчас при мне чел, выходя из Сбербанка, сфотографировался с бомжом. Я думал, он хочет ему милостыню подать, а он просто с ним сфотографировался. По-моему, это низкий поступок, это подлец. И это вообще какой-то... Просто мне не хочется даже... Ничего, я не хочу быть с ним другом, с такими людьми. Может, мне реально лучше ни с кем не дружить здесь. Надеюсь, потом... Конечно, надеюсь, в будущем с ним также будет фотографироваться. Он будет сидеть вот так вот. А с ним будут вот так фотографироваться ради угара над ним. Но он, наверное, подумал, что я его снимаю. Ну, хотя я его снимал, но я не сфотографировался с ним. Я просто всех снимаю. Я не ради того, чтобы поиздеваться. Я ему еще денег, помню, дал вначале. Ай, капец. Надо было, может, сказать ему, что ты издеваешься над человеком. Он бы сказал, ты что, подошел бы ко мне на одним ударом мне. Я бы упал, а этот посмеялся бы. Я еще помню, в Москве мы в 2014 сидели там, где-то в Москве, ну, где-то вроде в центр или что. Там была одна девчонка, которая закончила институт по... Ну, короче, она интеллектуальной деятельности, там, интеллектуальный какой-то институт был, ну, научный институт, работала. И, короче, она... Я сидел там был такой, ну, бомж с бородой ее огромный. И там один такой из стоящих молодых людей, высоких, группой, сказал одному, типа, эй, глянь, кто тут глянул. А, заценил, типа, заценил. Я это запомнил на всю жизнь. По-моему, это какая-то подлость. По-моему, это подлость какая-то вот. Вообще, я запомнил это на всю жизнь. Какая-то подлость это. Может, нужно было в толпу, не в толпу, а... Да, хотя... Что я бы я сделал? Может... Да, короче, ничего бы я не изменил. Это просто такая система. Ладно, вырубаю. Купил хлебушка. Этот йогурт себе не купил, потому что денег нету. Не хватает на йогурт. У меня копейки. Потому что у меня карточек нет с собой. На карточке мама деньги сняла. Ей нужно заплатить 16 тысяч за... Ну, уже меньше 16 тысяч, но так много надо заплатить за эту... За... Этот фотоаппарат. Ну что со мной не то. Я потерял дар рисования. Это особая энергия, которая накапливается. Если ты переезжаешь, она краска словно в груди твоей размывается, словно палитра. Она... Понимаешь? Я это замечал сколько раз, когда в Москву переезжал, и там рисовал на Арбате. Мне приходилось вычищать краски души своей, краски. Это возвышенно звучит. Ну ладно.